Bonjour à tous qui voudraient améliorer ses connaissances dans le domaine de la grammaire française. Aujourd'hui, nous abordons le sujet qui s'appelle l'article. Devoir numéro 1. Employer l'article convenable près des noms des parties du corps. Используйте необходимый артикль перед существительными, обозначающими части тела. Мы все с вами прекрасно знаем, что перед такими существительными мы обычно ставим определенный артикль. За исключением некоторых нюансов. Например, рассмотрим два предложения. Elle a les cheveux châtains. Мы используем определенный артикль в данной фразе, потому что это часть ее тела, у нее каштановые волосы. Elle a des cheveux superbes. У нее превосходные волосы. В данном предложении мы ставим неопределенный артикль, потому что существительное «des cheveux superbe» сопровождается прилагательным, которое несет в себе нюанс личностной оценки. Это моя характеристика, моя точка зрения на ее волосы. По этой причине мы используем здесь неопределенный артикль. Фраза номер 1. Je me suis fait mal à la jambe. У меня болит нога. Нога, как часть моего тела, естественно, мы ставим с определенным артиклем. Фраза номер 2. J'ai mal à la gorge. La même chose. То же самое. То же самое правило. У меня болит горло. Горло, как часть тела. Cet enfant a les yeux de son père. У этого ребенка глаза его отца. То же самое значение, то же самое правило. Глаза данного ребенка похожи на глаза его отца. Это часть тела данного ребенка. Il a vraiment une bonne tête. Здесь мы используем неопределенный артикль une. Можно это охарактеризовать как использование устойчивого выражения. Есть выражение avoir une mauvaise tête. Быть неблагоразумным человеком, avoir une bonne tête, быть благоразумным человеком. По этой причине мы ставим артикль en défini. Elle a dû pleurer car elle a les yeux rouges et la voix tremblante. Должно быть, она плакала, так как у нее красные глаза и дрожащий голос. В данной ситуации, несмотря на то, что существительные les yeux et la voix сопровождаются прилагательными rouge et tremblant, мы используем определенный артикль, так как это результат того, что человек плакал. В результате того, что он плакал, у него данные части тела получили такую характеристику. И это именно в этой ситуации, когда он плакал. Мы используем определенный артикль, несмотря на то, что существительное стоит рядом с прилагательным. Фраза номер 6. Je ne veux plus mettre un pied devant l'autre. Одну ногу перед другой. В данной фразе мы используем артикль неопределенный «а» в значении «один», «одна». Фраза номер 7. À la vue de ce spectacle, j'ai eu la chair de poule. Посмотрев этот спектакль, у меня пошли мурашки по коже. Есть устойчивое выражение avoir la chair de poule. Иметь гусиную кожу или иметь мурашки по коже. В данной фразе мы ставим определенный артикль. И можно это рассматривать как устойчивое выражение. Merci pour votre attention. Devoir numéro 2. Employer l'article convenable devant les noms des jours de la semaine. Используйте необходимый артикль перед существительными, обозначающими дни недели. Мы с вами хорошо знаем, что перед такими существительными мы не ставим артикля. Например, на вопрос «Quelle date est-ce aujourd'hui?» мы отвечаем «C'est mercredi le 7 mai». Перед существительным «mercredi», обозначающим день недели, мы не ставим артикля. Перед датой мы ставим определенный артикль. Фраза номер 1. Comment passes-tu le samedi? Как ты проводишь субботы?
Если перед существительным, обозначающим день недели, мы ставим определенный артикль, мы должны его переводить со значением «каждый», «каждую», в данном случае «каждую субботу». Фраза номер 2. D'habitude, le samedi, je vais voir mes grands-parents. Обычно, по субботам, я езжу в гости к моим бабушке и дедушке. Существительное «самди» мы используем здесь с определенным артиклем, потому что оно носит значение действия, которое повторяется. И наречие «d'habitude» нам это подчеркивает. Обычно по субботам, каждую субботу. Фраза номер 3. Quel projet as-tu pour dimanche? Какие у тебя планы на воскресенье? Существительное dimanche мы используем здесь без артикля по общему правилу. Фраза номер 4. Dimanche, je reste chez moi. В воскресенье я остаюсь дома. То же самое значение. Существительное, обозначающее день недели dimanche, используется здесь без артикля по общему правилу. Фраза номер 5. Pouvez-vous me donner congé lundi? Вы можете мне дать отпуск в понедельник? В какой-то ближайший понедельник то же самое правило. Существительное lundi мы используем без артикля. Фраза номер 6. Lundi, dans l'après-midi, nous accueillons un groupe de français. В понедельник после обеда мы принимаем группу французов. Lundi мы используем без артикля, по общему правилу. Фраза номер 7. Est-ce que vous irez dans la forêt un jour de la semaine? Разве вы пойдете в лес в один из дней недели, какой-то один из семи дней недели? Мы используем с неопределенным артиклем, потому что слово «день» имеет значение «один из дней недели». Merci pour votre attention. Devoir numéro 3. Employez l'article convenable devant les noms propres. Используйте необходимый артикль перед именами собственными. Фраза номер 1. J'ai lu tout le Balzac. Я прочитал всего Бальзака. Имеется в виду все произведения Бальзака. В данном предложении прилагательное «to», а оно является именно прилагательным, требует после себя существительного с определенным артиклем. Это закон. Например, «toute la chambre» – вся комната, «tout le livre» – вся книга, «toute la ville» – весь город, etc. Фраза номер 2. Les Dupont sont nos voisins. Семья Дюпон – наши соседи. Les Dupont – семья Дюпон. Мы используем с определенным артиклем множественного числа. Например, les Thénardier – семья Thénardier. Ou bien la famille de Thénardier. Deux variantes sont possibles. Обратите внимание, что фамилия Дюпон не содержит на конце буквы «с», тогда как артикль стоит во множественном числе. Фраза номер 3. Au musée des arts, j'ai découvert un Picasso authentique. В музее искусств я открыл достоверного Пикассо. Имеется в виду достоверную картину. Существительное, которое является именем собственным Пикассо, в данном случае сопровождается прилагательным «authentique». И по этой причине мы его используем с неопределенным артиклем. Фраза номер 4. «Un merveilleux Шишкин орне le mur». «Чудесный Шишкин украшал стену». То же самое правило. Существительное плюс прилагательное дает нам право ставить неопределенный артикль. Фраза номер 5. Le petit Michel, mon frère, est très maladroit. Мишенька, мой брат, очень неловкий. Le petit Michel,
мы используем в данной ситуации определенный артикль для того, чтобы выразить наш уменьшительно-ласкательный суффикс. Мишенька, le petit Michel, Машенька, la petite Marie, Анечка, la petite Anne, etc. Phrase numéro 6. Je crée souvent dans mes rêves l'image d'un Paris matinal. D'un Paris matinal. Имя собственное «Пари» в данном случае сопровождается прилагательным «matinal». По этой причине мы ставим неопределенный артикль. Phrase numéro 7. La radio transmet souvent du Bach et du Tchaïkovski. Перед существительными «Бах» и «Чайковский» мы ставим частичный артикль, потому что в данной ситуации мы имеем в виду музыку Баха и Чайковского. А во французском языке слово «музыка» мы ставим тоже частичным артиклем. Например, «J'écoute de la musique». Phrase numéro 8. Dans la galerie Titian, il y a toujours beaucoup de monde. В галерее Тициана есть всегда много людей. Тисьян, имя собственное, является в данном случае названием галереи. И перед этим именем собственным мы ничего не ставим. Например, площадь Ленина, la place Lénine, площадь Пушкина, la place Pushkin, площадь Якуба Колоса, la place Якуб Колас, etc. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Это не площадь, которая принадлежит Ленину. Предлог «de», который в данном случае хотелось бы поставить, является способом выражения принадлежности, способом выражения родительного падежа. Но площадь не принадлежит Ленину, это всего лишь название площади. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études. Merci pour votre attention.